Мы собираемся взглянуть на Марка Хуцингу в программе «Суперзвезды дзюдо». Пятикратный чемпион Европы, олимпийский чемпион. И мы посмотрим на его очень особый способ, особую подготовку для Томоэ Наги. Я также разработал дополнительное оружие для того, чтобы оно помогало мне выполнять бросок Йоко Томоэ Наги. Именно этот рывок назад заставляет моего соперника сделать необходимое для меня движение вперед. Когда я делаю рывок, Уки чувствует мою угрозу атаки и отводит ногу назад, при этом наклоняясь вперед, давая мне пространство и импульс для использования моего приема. У Марка Хуцинги есть несколько невероятных и различных путей в его техниках. Он на самом деле чувствует эти особенности. Например, для его Томоэ Наги он делает обманное движение, имитируя атаку Косотогари для того, чтобы заставить соперника сделать шаг назад. Он таким образом создает дистанцию и немного пространства между ним и его соперником. Что он делает затем? Он ждет обратную реакцию, потому что когда он сделал это действие, его соперник начинает возвращаться к нему. Именно в этот момент он делает Томоэ Наги. Это было действие на реакцию в лучшем его виде. У Марка было отличное Косотогари, и он комбинировал его с Томоэ Наги. Есть еще много различных вариантов с Марком Хуцингой на Суперстар Дзюдо. Зайдите и посмотрите их, и вы узнаете много нового.